Поход. По мотивам книг Микка Инкпена. Привет, тигр. Тебе жарко? Жарко? Мне? Нет. Хочешь пойти в поход? Да, хорошо. У меня палатка, еда и все такое. Трехколесный велосипед более устойчив, если надо перевозить вещи. Три колеса, понимаешь? Они держат. Тихо! У велосипеда два колеса. Легче перевернуться. Хочешь, я что-нибудь возьму? Нет. Понял теперь. Если бы я был на велосипеде, я бы перевернулся. Да. Вот подходящее местечко. Нет смысла ехать дальше, чем нужно. Думаю, здесь. Может, здесь лучше? Да. Да, здесь лучше. Привет. Можешь подать мне шест? Ой, прости. А теперь что делать, тигр? Так, нужно идти в твою сторону. Оп. Нет. В твою, в другую. Давай залезем внутрь. Здорово! Да, здорово, да? Я голоден. Я тоже. Привет. Хочешь? Ты взял открывалку? Нет, прости. Нет. Только посмотри. Тысячи звезд. Миллионы. Миллиарды. Триллионы. Зиллионы. Квиллионы. Нет такого слова квиллионы. Откуда ты знаешь? Кипер. А звезды могут гаснуть. Знаешь, как будто их выключили. Не думаю. Тогда почему же они исчезают? Думаю, это туча. Большая черная туча. Ой! Эй! О? Нам лучше пойти в палатку. Пока, кролик! Как здорово!
найти укрытие. Нужно спрятаться от дождя. Где? Иди в ту сторону. Тигр! Тигр! Где ты? Тигр, не шути! Тигр! Осторожно! Где мы? Привет, отстань! По-моему, он зовет нас с собой. Это мне? Спасибо. Вкусно. Может, мне тоже? Интересно, а дождь еще идет? Не знаю.